16,5 тысяч североказахстанцев сегодня стоит в очереди на получение жилья. Чтобы решить эту проблему хотя бы частично, в микрорайоне «Солнечный 2» начали распределять земельные участки под индивидуальное строительство домов. Каждому очереднику предусмотрено по 10 соток. Об этом сегодня журналистам и общественности рассказал глава региона Кумар Аксакалов. С каждым годом в областном центре появляются новые микрорайоны. Один из них – «Солнечный 2». Реализовывать проект начали в 2018 году. Сейчас ему уделяют особое внимание. В рамках государственной программы «Нурлыжер» на первом этапе за счет бюджета здесь уже построили 204 дома для очередников. А еще проложили 105 километров электросетей, построили 54 подстанции, 72 километра сетей водоснабжения и 78 километров дорог. Из всего количества 2094 участка, получается, у нас на сегодняшний день 550 участков роздано, 204 построены дома, и на 300 будет планироваться строительство домов. Индивидуальное жилищное строительство. Как вы знаете, согласно Конституции, каждый гражданин имеет право получить бесплатно, безвозмездно от государства 10 соток земли для строительства индивидуального жилищного строительства. Поэтому данный проект предусматривает именно вот безвозмездную передачу для строительства. Каждому очереднику будет выделено 10 соток земли абсолютно бесплатно. Стоит отметить, что перепродать ее или оформить на своего родственника невозможно. Плюс возвести жилой дом необходимо будет в течение 3 лет, иначе участок отберут. Для того, чтобы все это было прозрачно, будет создана комиссия, куда будут включены депутаты городского маслихата, общественники, члены общественного совета, журналисты, блогеры, неравнодушные граждане, всех прошу включиться в эту работу для того, чтобы смотреть, как и кому будут выдаваться данные земельные участки. Помимо этого, в городе реализуется еще один проект на 1000 участков. Это микрорайон Южный. На будущий год мы тоже завершим. Таким образом, в общей сложности порядка 3000 земельных участков будет бесплатно выдано для людей, кто хочет построить себе дом. Кроме этого, по проекту из-за увеличения численности жителей микрорайона «Солнечный 2» здесь уже запланировали строительство новой школы. Это сделает его более привлекательным. Илья Кудряков, Анатолий Белонок, служба новостей.